50-60. Ладно. Этот фильм о тренере московского «Спартака» Бескове мы начинали, когда до конца футбольного чемпионата 87 года оставалось около 3 месяца. Команда лидировала, но ей еще предстояло сыграть 8 самых трудных матчей. Вот хороший. Вот сюда. Здесь лучше. Дайте вам газету. Да, здесь чисто. Не-не-не, не чисто. Когда Гюго спросили, кто лучший писатель мира, Гюго ответил: я. Бесков вправе на этот вопрос, кто лучший тренер в Советском Союзе, ответить: я. Константин Иванович Бесков очень высоко ценит талант, футбольный талант. Он всегда это говорил, и это видно вот на протяжении всей его работы. Футбольный талант он высоко ценит и старается всегда его раскрыть. За столько лет уже мы стали единомышленниками в жизни. Ну, у нас ведь дом подчинен работе Константина Ивановича. Вас считают человеком особенно жестким, если даже не сказать жестоким. Ну, я скажу, что это мнение наносное. По той причине, что, как я всегда говорю, что я слуга футбола, слуга дел. Знаете, Константин Иванович, когда мы начинали, вообще задумывали работу над фильмом о Бескове, разные люди говорили мне, что я вообще чокнулся, сошел с ума. Говорит, делать фильм о Бескове, ты знаешь, какой у него характер жуткий? Ведь вы с ним намучаетесь и ничего ровным счетом не снимете. И вы знаете, честно говоря, я был готов отказаться от этого фильма вот после матча с Жальгирисом. Вы тогда накануне нам сказали, что, значит, снимать можно только на матчах Кубка Федерации футбола. А на первенство я вас ни к команде, ни в раздевалку, никуда, значит, не допущу. А мы не выдержали и приехали на матч с Жальгирисом. Он тогда был ответственный матч, очень многое, я помню, решалось. Вы помните этот день? Здравствуйте. Пока федерация. Константин Иванович, ну можно поснимать. Видишь ли, уже, если мы не будем выполнять, о чем договаривались, то у нас ничего не получится. Константин Иванович, у нас же все-таки работа, Константин Иванович. А у меня работа, она, понимаешь, это работа, которая отрицательно будет влиять на мою работу. Ну что, ну никак нельзя, да? Ну так что? Может быть,
действительно его сегодня не трогать? Не лезть на скандал? Если не рискнуть, пойти у него на поводу? Может, так ничего не снимет? Мы договорились с вами, когда снимать? Сейчас не надо. Уйдите с вашей аппаратуры. Константин Иванович, ну если с вами мне больше разговора нет. Ну, Константин Иванович, ну если вы так нас будете гонять, но ведь мы... Я не хочу гонять, я люблю так. Договорились и работаем. Не договорились, нельзя этого делать. Вот я гонять вас не собираюсь. Ну, Константин Иванович. Ну, конечно, я был... Озлоблен даже, скажу. И готов был бросить с вами сотрудничество, прекратить. Вот такое у меня было настроение. Да, настроение у вас было, прямо скажем, не веселое. А что касается игр Федерации футбола, вот, то особенно не придавали значения этим матчам, тем более, что наша команда играла без игроков сборной. Ну да. Вот. И мне хотелось посмотреть, как все это будет выглядеть, как эти будут все съемки проходить. Но нам-то хотелось снимать именно игры первенства с участием как раз-то игроков сборной. И мы опять приехали на важный для «Спартака» матч с харьковским «Металлистом». Прошли за кулисы, хотя и догадывались, что, скорее всего, он нас опять прогонит. Здравствуйте. Ну что, опять? Нет, мы никуда не просимся, мы ничего не хотим, мы уже вами вымуштрованы как следует. Ну что, какие вопросы? Никаких вопросов, удачи хотим вам пожелать и все. Спасибо. Ну а может быть можно войти? Что? В раздевалочку. Войдите. Правда? Риск большое дело, ну а почему? Уже в уме, все, принесет это нам счастье. Ты понимаешь, в чем дело? Такая съемка идет вообще впервые в футболе. Ну и учитывая то, что наши футболисты всегда суеверными бывают. Ну, так же, как они говорят о том, что накануне матча фотографироваться там нельзя, и всякие другие такие моменты. Вплоть до того, что если с нами поехал новый человек, и вдруг мы неудачно сыграли один раз, второй раз, то уже на третий раз они этого человека не пустят в автобус или в раздевалку, скажешь, лучше он пусть не приходит. Нет, так вот и здесь. Это впервые же съемка сейчас, которую вы делаете. Что только получится из этого, не знаю. Может быть, тут он зря свои джинсы протирает на полу сидит. Непосвященному человеку вряд ли представить, что мы тогда испытывали. Снимать кино за несколько минут до начала игры в раздевалке у Бескова, здесь и тени-то посторонней раньше никогда не бывало. Ну, тебе, я не знаю какой, будет гонг дан. Понимаешь? И ты, значит, команда наша все должна подойти вот к этой трибуне. Человек такой, какой-то приз там получает. Я не знаю, огонек или что-то. Понимаешь? Кузя, давай, садитесь. Все присели? Пошли! Вперед! Готово, пошли!
Сейчас, с первых минут, ребятки, посерьезнее, посерьезнее. Саша, давай. Да. Я не думаю, чтобы они там кого-то... Молодец, достал. Ну, это хорошо, что у него скоростные качества хорошие. Ой, как здорово дал. Ну, забей. Допустим, что-нибудь кроме хлопья. Вот сейчас не обработали. Даже как у Кури. А бил Женя, да? Да. Перехватывал-то мяч первый, Капустин. Миша, не спеши, Миша! Не отделывайся от мяча! Кроме Бескова, за матчем следит целый штат его помощников. Игра записывается на видео и на диктофон. Эх, Федор. Шмаров вперед, длинный пас, плюс Бубнов. Бубнов. Ну куда же? Бубнов, длинный пас вперед, минус. Буба. Может, замерз. Позже мы узнали, что из этих плюсов и минусов Бесков складывает наиболее точную картину проведенной игры, где каждое действие игрока на поле, неважно, верное или ошибочное, будет рассмотрено им во всех подробностях. Бубнов вперед, плюс. Кузнецов, Женя, вперед, плюс, Черенков назад, плюс, Шмаров. Ой, пенальти. Он вот цеплял. Он же руками за ноги упал. Нам повезло, Спартак выиграл, и я с легкой душой мог подойти к Бескову. Предлагать же потом. Мы видели, как вы переживаете. Это, ну, откуда здоровье берет? Ну что ж, такая профессия. По-иному никак нельзя. Наверное, вечером уже больным чувствуешь. Я же вам говорил, когда мне очень тяжело, и переживать приходится тяжелее, я всегда нахожу людей, которым еще тяжелее. Вот я представляю себе, как переживает жена космонавта. Да. Потом, это же не по футбольному полю бегать. Улетел далеко. Поэтому, конечно... А у вас же каждую неделю вообще эти премьеры. Даже не каждую неделю, а чаще. Вот, например, в августе месяце у нас... Было 9 матчей, а вместе всего 4 недели, а у нас 9 игр. Сейчас в сентябре месяце 7 ответственных матчей. Это значит, по сути дела, в каждую неделю 2 матча. Скорый поезд номер 3 Москва-Киев прибыл на первый путь. Спасибо вам большое. Привет, здравствуйте, приезд. Ну чего, когда ехали? Нормально, замерзли. Замерзли, да? Ребята, я конечно. Константин Иванович, какой у вас распорядок жизни на эти 2 дня, значит? Сколько лет каждая их встреча с динамовцами Киева становится гвоздем сезона. А нынешняя вообще особый случай. Ничья не устраивала. Лимит ничьих Спартак исчерпал. И мы, конечно же, не могли пропустить этот матч. Хотя... отчетливо себе представляли, что Бескова наше присутствие здесь вряд ли обрадует. Да, я не играю. Константин Иванович, мы бы хотели поприсутствовать на этой установке. Она в гостинице здесь, да? Да. Может, я что-то слышал, что ли? Я не могу. Я думаю, что можно. Договариваюсь о таких матчах. Установка-то будет на победу, я думаю. А не бывает установок не на победу. Состояние, конечно, нервное, но поджилки
не трясутся. Не трясутся по той причине, что уже сказался и опыт, и стаж. И мы знаем, что такое футбол. У нас столько же надежд на хорошее, сколько и у нашего противника. Хотя мы и на чужом поле, и хотя здесь среди 100 тысяч, вероятно, 95 будут болеть за них, но и команда, да и руководство ее привыкли уже к таким стрессовым положениям. Волнение наступает тогда, когда сидишь на трибуне и смотришь на все эти пробелы в игре, когда что-то не клеится, не вяжется. Или, может быть, противник играет несколько лучше наших. Ну, конечно, переживаешь. А так до матча волнение. Я еще заметил, если я спокойно ночь сплю, значит, благополучно складывается игра. Когда только я плохо сплю ночь, значит, в лучшем случае ничья, а так, как правило, проигрываю. Ну, а сегодня как ночь прошла? Нормально. Разница между двумя такими соперничающими тренерами, как Бесков и Лобановский? Ну, в чем между ними разница? Да. Я думаю, так будет правильно назвать. Оба они, в принципе, диктаторы, но Бесков диктатор бархатный. Начало команды «Динамо». На 31-й минуте забил Федор Черенков, номер 10. Поговори о том, что нельзя терять мяч при атаке. Ты понимаешь, в чем дело? Ты ведь должен, слушай, какой раз ты слушаешь, что середину поля мы проходим за счет паса. Ты стал на середине поля обводить. Ну и еще раз вы убедились. Это у них была одна контратака. Они на этом ловят многие команды. Поэтому не случайно я сказал, что четыре защитника занимают весь фронт обороны. От одного фланга до другого. И ты там провалился. Ты понимаешь, в чем дело? Это чудом не забили гол. В Киеве Бесков пустил нас в раздевалку даже в перерыве между таймами. Похоже, что теперь понемногу мы становились в команде своими. Атак. Неужели мы не можем аккуратно передавать мяч? Или находить правильное решение? Вот у тебя мяч, ты посмотри. Вот здесь ты обводишь, Миша, и правильно где-то делаешь, один в один, верно? Вот ты здесь остался один на один и стал бить с какой-то подрезкой. Ну, обводи. Ты обведешь его, забьешь гол. В штрафную площадку вошел с мячом, он тебя собьет пенальти. Нельзя здесь так бить небрежно, как ты. То же самое сейчас у Хидиатуллина. Великолепно, где мяч под ногой, под левым. Бьешь, как будто бы, знаешь, либо ударить выше ворот. Ты понимаешь, каждый момент требует старательного выполнения. Я попрошу вас, чтобы вы собрались. Нам нужна победа. Значит, нужно сейчас на первых же минутах постараться, может быть, увеличить счет. Вот ты нашел Черенков. Точно ему отдал гол. Вот что надо в штрафной площадке делать, то, что ты сделал. И, Саша, вот сейчас у тебя два тоже момента. Постарайся во втором тайме. Раз ты сделал два раза, ты можешь сделать это и четыре даже. Поскольку они там тебя теряют. Вот постарайся во втором тайме забить этот гол.
подгребает. Он где-то в середину. Что ты на бровке стоишь, Миша? Ну, один сам этот. Валерка борется, если. Ну, подойдите вместе в середину туда. Говорят, что если Бескова лишить футбола, он умрет. Ну, конечно, он умрет. Вечно никто не живет. Приходит момент, футбол ли бросает человек, или он футбол бросает. Так уже жизнь устроена у человека, что вечно он не может жить. Но то, что действительно без футбола я не представляю, и другой жизни. Вот в этом году исполняется 88-м. Угу. Как ровно 50 лет, когда я пришел в команду мастеров в 38-м году. 50 лет, да? Да. Вот так я связан с футболом. Да. С 54-го года, 33 года я работаю тренером. Ну, скажите, и что же вам футбол принес? Больше радости или печали, скажем так? Я думаю, что все-таки больше радости. Это вполне естественно. Потому что если бы было много печали, может быть, и не выдержал бы. Повыше прыжок, повыше прыжок. Это очень важно, выполнять все игровые действия так, как это приходится в игре. Это тоже очень важно. А вы уже не очень важно. Я за ними не успеваю, и не очень. Я могу выполнить это на месте, но в движении так. Для того, чтобы получить мяч, значит, надо сделать рывок. Ну, да. А где я его возьму? Он же потерян, утрачен. Поздновато мы начали снимать, да, чтобы да, вас, как да. игрока, увидеть, да? Да. Но мне говорили, правильно. Что вы и сейчас можете подать мяч так, как не всякий молодой подает, скажем. Ну, техника, или она, конечно, она осталась, но еще и старые травмы еще тоже не дают сдать. Коленного сустава, голеностоп. Сколько было их травм? И переломы, и трещин. Ну, хоть покажете нам, хоть раз. Хочется посмотреть, как вы с мячом обращаетесь, Константин Иванович. Надо хронику посмотреть, где я играл за «Динамо» много лет. Теперь предстоял матч с «Торпедо», и Бесков разрешил нам снимать установку на игру. После киевской победы он посчитал, что мы приносим удачу. Сейчас непосредственно уже мы с вами ведем борьбу за золотые медали. Вчера Днепр потерял очко. Значит, борьба пойдет сегодня за 4 очка. За 4 очка, значит, надо одержать победу. У нас будет с вами 38, у Днепра будет 35 при равных количества сыгранных матчей. На что хотелось бы обратить внимание? Я думаю, что первое, это надо мобилизовать себя на вот такую, я бы сказал, очень принципиальную, боевую по-настоящему игру. Все-таки для вас золотые медали, наверное, значительно весомее, чем для «Торпедо», скажем, бронзы они даже за их выиграли. Этот матч решающий. И он может определять первое место. В конкретные детали тренерского задания мы и не пробовали вникнуть. Мы уже знали, что каждая установка на игру сродни военной тайне. Вы считаете себя везучим человеком? Я бы сказал, что нет. Все везение добывается большим трудом. А сказать, что где-то вот везло, я не могу это сказать.
В отдельных вопросах, как у каждого человека бывает. Везение. Вот. Но вот в футболе не совсем. Во многих профессиях иногда, когда что-то пробиваешь, что-то отстаиваешь, с чем-то не соглашаешься, вполне естественно, всегда возникают конфликтные такие ситуации, отношения. Вот. В нашем деле, конечно, очень обидно. Я даже так сравнивал, что когда мне приходилось работать в других командах, вот, и когда на 80% уже решены многие вопросы, и команда вставала на ноги, мне приходилось с этой командой расставаться. Мало кому так часто отказывали от места, как Константину Ивановичу. Даже серебряные медали нашей сборной на Европейском чемпионате 64 года посчитали тренерским провалом и сняли его с работы. И самое основное, что я чувствовал, что страдает от этого дело. Страдает футболом. Что в 63-64 годы, когда мне было 43-44 года, самый такой расцвет и в творческом отношении, и уже практика как тренер уже появилась. Поэтому, конечно. И самое главное, что решали судьбу, работать тренером или нет, те люди, которые некомпетентны в этом деле. Бывали времена, когда его вообще отлучали от большого футбола. Но наступал момент, и для всех становилось очевидным, что без Бескова никак не обойтись. И к нему снова шли на поклон. Причем, как правило, призывали в команды, терпевшие крушение. Да здесь я сейчас в «Спартаке-то», ведь это же тоже я оказался совершенно случайно. Я уже был тоже, как говорится, не при деле. И когда команда «Спартак» оказалась в первой лиге, вдруг, значит, мне говорят, что вот так и так, вызвали в горком партии. Говорят, надо помочь команде. Он не просто помог. Он вернул «Спартаку» репутацию. И более того, никогда еще не случалось, чтобы 9 сезонов подряд команда оставалась среди призеров. Но и это не упрощало его жизнь. От Бескова неизменно требовали только высших наград, золотых чемпионских медалей. Ой, блядь, ничего, ничего. Как Женька играет, а? Женька порит-то, а? Во, побежали. Ой, как они все видят, а? Да, только вчера я вам показывал, что не оставляй за спиной. Ну, ё. Бойки перехват, игра вверху. Плюс, вперед, минус. Чигиатули вперед, минус. Штандер играют торпедовцы. Женя Кузнецов. Вверху, вперед, минус, Женя. Черенков, вперед, плюс. Женя Кузнецов назад, плюс. Чигиатулин вперед, плюс. Ой, минус. И пятка же надо было давно отбить. Все, посмотри, давно. Команда, ну посмотри. Пятка же сводится. Чмар там уходит. Бить он напрозревал на ней. Суров. Суров вперед, минус. Пустопара вперед. Минус. Суров поперек. Плюс. Кузнецову. Жень Кузнецов. Потеря. Суров перехват. Минус. Выиграв у «Торпедо», «Спартак» сделал важнейший шаг к победе в чемпионате.
радостью поздравляю. Спасибо. Понимаешь? Ты вышел, Катеринович? Да. Погрелся чуть-чуть. Он главный боец наш. Сереженька, молодец. Два мяча. А тебе курчавый. Я буду, знаешь, палку вбивать в голову, как надо действовать. Сегодня только объясняю. Чем ближе мяч, тем плотнее надо прикрывать игрока. Неправильно. Неправильно не тебе вкалывать. Ты что ж ты боялся? Ты даешь себя обыгрывать. Так лучше не дать получить им. Боялся. Как больно. Сашенька, поздравляю. Молодец, сражался. Как правда, разочек дал себя обвести перед нами. На уголочек. Вот это надо учить. Когда мы тренируем один в один, учиться не давать себя обвести. И учиться у Федора. Саша, спасибо большое. Капитан и комсорг сегодня вы на высоте. Молодцы. Так вот, понятно? Надо учиться играть в футбол, хотя ты уже занимаешься им 15 лет. Федор, тебя ты не поздравил, забыл тебя поздравить. Молодец. Да-да, немножко мяч так скиксанул об землю. И я уже, он мне по плечу, по голове в штангу. Да. Вы с утра будете на месте? Да, 9 утра. Прошло 2 недели, и снова мы оказались на спартаковской даче в Тарасовке. Снова надоедали Бескова. Вы человек обидчивый. Ну, без причины я, конечно, не обижаюсь, но считаю, что как каждый нормальный человек. Скажите, ну а что вас больше всего обижает? Несправедливость. А всегда ли сам Бесков справедлив к людям, к игрокам? Ну, вы знаете, что на этот счет ответить. Константин Иванович очень высоко ставит отношение игрока к делу. Очень высоко ставит. Он может простить игроку любые промахи в игре, но не простит ему не только неявку на тренировку, но даже опоздание. Думаю, что он очень не любит игроков-оппонентов. Достаточно игроку что-нибудь на установке не согласиться в чем-нибудь, а еще, не дай бог, возразить, он уже сразу в числе опальных. Может ли тренер управлять командой менее жесткими методами? Да, может. Но только в том случае, если у игроков хватает интеллекта, хватает интеллекта и хватает сознательного профессионализма в решении тех вопросов, которые поставлены перед командой. Можно вообще отказаться от диктата. Он вообще не нужен. Но вот только при этом условии. Всегда ли вам легко с Бесковым? Я на это отвечу так. Легко не бывает никогда. Всегда сложно. Добрый день. Ох, сегодня группа у нас большая. Хиди, на твоего дружка. Ну кто? Бессонов? Не раз общались, видимо. Капитан, как же ты так не пришел к нам в раздевалку перед таким ответственным матчем? Четверть финала Кубка Федерации, а? Как это так, командир?
ну, знаешь, ну и так дома не бывает. Ну, такого что? Передового отряда, как команда «Спартак», не бываешь. А что делать? А я всю жизнь не бываю, уже 50 с лишним лет. А? Только сейчас немножко остаюсь. А что делать? Такая профессия. Как я уже вам говорил, а космонавты летают по полгода там. А моряки уходят в плавание на год. Ну как? Артисты цирка. Они полгода плавают, полгода дома сидят. Да, полгода что? Им никто не дает. Ну как не дают? Артисты цирка как уезжают на гастроли тоже на полгода. Ну правильно, космонавты слетали тоже. Я тебе полгода. Скажу, что ты можешь устроиться, как у нас сейчас, домоуправом, там, в доме своем. Будешь каждый день дома. Ты понимаешь, что? Закончу устройство. Поэтому вы не торопитесь. Сколько лет вы замужем? 42 года. И 42 года, значит, постоянно его ожидаете, потому что он сам сказал, что он 50 лет как-то дома не живет. Конечно. Не волнуйтесь. Да. Вот сегодня так более-менее неспокойно, потому что он в другом городе играет. А если бы он играл сейчас в Москве, то моя обязанность была бы сейчас здесь на кухне готовить ужин. Я всегда это все делаю так, чтобы... на конец дня, чтобы мне чем-то себя занять. И вот я готовлю ужин здесь. Потому что обычно всегда кто-то приходит. После игры обязательно. Ну, во-первых, наша семья – это моя дочь, зять, внук после игры приходит. Ну, конечно, кто-то обязательно. Вот Нелли Львовна, которая у нас считается талисманом. Вот она сейчас сидит, смотрит телевизор. Да, она сидит, смотрит телевизор, и оттуда мне, значит... благоприятные издает звуки, когда забили гол. Я бегу стримглав туда смотреть повтор. Ой-ой-ой, кошмар. Жизнь. Причем вчерашнего дня нет. Даже если проигрыш, это уже все прошло. А вот есть завтрашний день. Завтра всегда нужнее и страшнее, чем предыдущий. Машал Ахмедов, простите. И вот сейчас по дуге мяч шел в ворота. Какой опасный момент. Потрясающе взял, а? Ой. Ну какие кретины, а? Ну как же так можно допускать такой момент, а? Он еще от ноги попал, и это на противоположном. Ну, с мячом спартаковцы Кузнецов. Передача на Родионова. Вот никем не прикрытый мостовой. Последовала точная передача на него. И спартаковцы добиваются успеха. Скорей! Да! Иди, иди, иди. Ой, кто забил? Шестой номер. Ну что ж не пишут, кто забил? Шестой номер, кто у нас шестой номер? Не помню, не знаю. Ой, кто тут был защитник? Мостовой. Мостовой? Здесь был наш. Я ушла. Ой. Ну хорошо, Валерия Николаевна, а если сейчас, скажем, будет ничья или, не дай бог, проигрыш, пустит он нас в команду, как вы думаете? Ну, я думаю, что вас он пустит, потому что, видите, вот вас сегодня с ними нет. Вот это плохо. Потому что, когда вы были даже в Киеве, уж такая игра была ответственная, вы принесли счастье. Так что вас он пустит. До конца чемпионата оставалось три тура. Всего три матча оставалось сыграть «Спартаку». Одной единственной победы здесь, в Ереване, теперь было достаточно ему, чтобы стать чемпионом. Какие перспективы на игру? Будет победа? Ну, заранее говорить тяжело, потому что я все-таки человек суеверный и заранее никогда не говорю. Мы после игры посмотрим. Ну что, будет победа? Посмотрим. Ну, трудно сказать. Но будем стараться. Это победа, и вы чемпионы, да? Да. Ну, вы-то верите в победу? А мы всегда в победу верим. Нас так настаивают. И учились.
А вы? Верю в победу? Конечно. Ну, будет она? Должна быть. Команда «Арарат» в турнирной таблице занимает 7-е место, имеет 12 поражений. Пропустила, забила, вернее, 28 мячей и пропустила 39. То есть по пропущенным мячам они занимают первое место. То есть, короче говоря, команда, которая нам уступает и по занимаемому месту, и по забитым, и по пропущенным мячам. Черенков с мячом. Обманное движение. Навес штрафную площадку. Евгений Кузнецов. Рядом Черенков. Пас Черенкову. Угла штрафной площадки Черенкова. Перед ним два футболиста «Арарата» разыгрывают мяч с Кузнецовым. Положение вне игры нет. Черенков входит в штрафную площадку. Прострел. И первый мяч в ворота «Арарата». Очень хорошо разыграли комбинации спартаковцы. Что здесь можно сказать? Лишь одно. Опять футболисты берут на себя функции арбитров. В данном случае защита «Арарата». Мячом владели ереванцы, но арбитр все же остановил мяч. Встречу, простите. Хачатурян. Осипян. Перевод мяча на Вероняна. Веронян скидывает мяч под удар. Вот так вот разыграли мяч ереванцы. Молодой форвард «Арарата» Оганес Полосян сравнивает счет. Два раза вести в счете? Молчите там. Итак, какие делать ошибки? В чем же ошибка? Ну, первый, ты задний, последний защитник. Ты должен руководить крайними защитниками, передним центральным защитником. Почему сегодня Суров бегает со своей зоны и бегает в середину? Мы же говорим, что надо подсказать, все время передавать игроков. Я подсказываю. Плохо ты подсказываешь, он бегает. Оставили фланг открытым. Это грубая ошибка, первая. Вторая, тебе это не простить. Если игрок противника спиной к воротам, вот здесь у него мяч, здесь линия. Ну стой около него, не давай ему развернуть. Да я около него стоял, Константин. А ты по ноге ему дали. Никто его не бил. Я его не трогал, он сам на мою ногу поскользнулся и упал. Я вот так и стоял перед ним. Отсюда мне казалось, что там... Так он вот что сделал, я вот так стою, он вот так прокидывает и на мою ногу вот сюда. Прыгает на мою ногу, через мою ногу падает. Знали, что судья будет судить не так объективно, как надо. Да. Ну сколько не было. Итак, играем, играем, он что-нибудь да сделает. И самое главное, вот в чем еще недостаток, это то, что все наши опытные защитники там, Хидиатулин, Суслопаров, Бубнов, набрав рот воды, молчат, друг другу не подсказывают. Играет каждый сам за себя. Это бросается в глаза на поле. Вот теперь ты должен понимать, почему в нашей команде не отказываются, кого поселяют с кем. Ты отказывался. В чем? Мы подсказываем друг другу. Вы не подсказываете. Я же вижу. Неуважительно относитесь друг к другу. Я не знаю, кого держать. Середине, внимательно. В обороне тоже должны быть. Вот так давай заменим. Борис Кузнецов, выходи сейчас. Сидя тут, отдыхать. Ну пошли, пошли!
Команде «Спартак» замена. Вместо выбывшего из игры Вагиза Федятулина, номер 4, играет Борис Кузнецов, номер 12. Спартаковцы всеми силами обороняются. Мхитарян не получил мяча. Мостовой, Суров. Ошибка. 11-метровая. Ошибся защитник Спартака Суров. Возвращая мяч Досаеву. Досаев вышел из ворот. Устремился к мячу Погосян. Руками задел при отборе мяча Досаев Погосяна. Арбитр назначил 11-метровый. Досаев выразил свое неудовольствие и тем самым заслужил желтую карточку. Вот так. 11-метровый и желтая карточка. Второй 11-метровый в сегодняшнем матче. Напомню, в конце первого тайма на 42-й минуте Ашот Хачатурян переиграл спартаковского вратаря. Что будет сейчас, мы с вами увидим. Устанавливает мяч Хачатурян. Вновь дуэль капитанов. Разбег, удар, гол. Три-два. Арарат вышел вперед. Гайки можно закручивать до предела, но не больше, иначе резьба соскочит. Вы согласны? Вот у Константина Ивановича закрутка гаек в решающие моменты слишком чрезмерно, и резьба не выдерживает. Говорит и показывает Бремен. В этом западногерманском городе сейчас начнется ответный матч 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. Местная команда «Вердер» принимает московский «Спартак». 10 дней назад спартаковцы выиграли 4-1 и перед повторной встречей имеют неплохие шансы на выход в 1/8 финала. Но почему неплохие, было сказано? Да потому что, в общем-то, «Вердер» рассчитывает на то, что сможет забить 3 мяча в ворота спартаковцев, не пропустив своих ни одного. И за счет мяча, забитого на чужом поле, сможет выйти следующую стадию розыгрыша Кубка УЕФА. Ну, конечно, только через 90 минут мы с вами узнаем, кто же окажется более удачливым. Валерий Николаев, скажите, а в каком настроении Константин Иванович уезжал? Ну, после Арарата у него было настроение, конечно, не из лучших. Ну, поэтому я не думаю, чтобы он был в очень хорошем настроении. Ну, что не предчувствовал вообще? Катастрофы такой не предчувствовал? Нет, ну, такой катастрофы... Ну, я, во-первых, не считаю, что это катастрофа, как начнем с этого. Ну, в общем, это, конечно, неприятно. Ну, это неприятно, но, с другой стороны, понимаете, все-таки это команда, которая у себя ФРГ лидирует, так же, как «Спартак» у нас. В общем-то, равная команда. Это не то, что, знаете, какая-нибудь там команда третьего сорта. Это
почти чемпион ФРГ. Почему они могли здесь проиграть 4-1, почему мы там не могли проиграть? Я так считаю. Ну, а что же ну вы это тогда... неприятно. Ну, неприятно. Чего же вы тогда так волнуетесь? Ну, я волнуюсь, просто мне жаль Константина Ильича. Да? Костенька. Кость. Поехали. Здравствуйте. Ты жив? Да, почти. Ну что, пошли? Да. Ну, что? Завтра мы как? Завтра у нас время в 11, ну, в Маниже есть. Мы назначили ребятам дублёвым 10:30. Если что, нужно изменить. 10:30, да? Так и надо. Хорошо. Добрый день. Добрый. Ну, что случилось? Как случилось? Проиграли, случилось. Смотрели по телевидению. Смотрели, переживали, конечно. Не настроились на игру. Думали, что так, такой запас успокоит. Я перед игрочной установкой об этом говорил. Видно было, что слишком спокойно и уверенно были в том, что счет сумеет сохранить. Игроки, которые только действуют по установке тренера, это роботы. Они не в состоянии перестроиться. И когда меняется ситуация, тогда их, как обычно, охватывает или паника, или шок. И команда вообще становится неуправляемой. В этом и величие любой команды, та только команда великая и достигает больших результатов, игроки, которые сами способны, исходя от общей установки тренера, если ситуация изменилась на поле, и изменить общий рисунок без тренера уже на поле, принять необходимые меры к изменению результата и хода самой игры. Вот то, что произошло с Бременом, понимаете, вот там нужно было это проявить. А мы оказались не в состоянии, команда в целом оказалась не в состоянии переломить этот ход игры. Вот скажите, вы свою вину в поражении от Вердера какую-то чувствуете или нет? Я лично за собой той вины, которую, может быть, кажется необходимо чувствовать, я ее не вижу. Константин Иванович, вот еще у меня к вам вопрос. Я его вам уже неоднократно задавал, но сегодня я хочу вам задать его еще раз, может быть, в последний. Волнуетесь перед сегодняшним-то матчем? Я бы сказал, что нет. Абсолютно. Вот так же, как в Киеве, предположим, когда вы меня спрашивали, а я сейчас скажу, я не волнуюсь. Потому что я считаю, что если сегодня они не победят, тогда что это за чемпион, который не может команду победить, которая переходит в первую лигу? Итак, матч «Спартак-Гурия». Матч, который может определить чемпиона Советского Союза. «Спартаку» обязательно нужно выиграть. Вы помните, «Спартак» еще пал в лимит ничьих, и ничья не устраивает. Только победа обеспечивает «Спартаку» золотые медали. «Спартакцы» атакуют, атакуют много, разнообразно, но очень хорошо, очень удачно обороняются футболист из Ланчкути и прекрасно играет вратарь Кантария. Угловой удар у ворот Гурии. Кузнецов. Тесто в вратарской, тесто в штрафной площадке. Мяч летит на 10-метровую отметку. Бьет Родионов. Мяч летит в ворота. В высоком прыжке вратарь Автандил Кантария переводит мяч через перекладину. Вновь угловой удар. И опять Кузнецов выполняет его справа. Мяч вновь летит к воротам. Родионов бьет, и мяч попадает в сетку.
Вот так. За тур до окончания первенства «Спартак» стал чемпионом. В 11-й раз за всю историю клуба и второй раз под руководством Бескова. Хотели прогнать нас, да? Хватит, да. Ну, по-моему, уже хватит. Не надо. Я знаю эти провокационные все эти вопросы, которые ты сейчас задаешь. Работа твоя есть работа. Моя несколько иная. Хотя мы понимали друг друга на протяжении всех этих съемочных дней. Ну, я могу только подчеркнуть, что ваша группа в целом оправдала. Там, скажи три слова. Кому? Для кому? Перетурин. Вот для времени сегодня. Вот вы идите и скажите. Идите и скажите. Ну вы счастливы. Тем более этому Перетурину. Да. В общем, я вам должен сказать, Константин Иванович, что мы провели рядом с вами, в общем, несколько месяцев. Но сказать, чтобы я понял, что такое Бесков и в чем природа его поражений и побед, я не могу сказать, что мне это стало ясно. И я, честно говоря, не очень понимаю, почему так произошло? То ли дело в вашей скрытности, то ли дело в том, что вы не все хотите говорить до конца откровенно, а может быть, дело в нашем неумении добраться до сути. Ну, так же, как я могу не понимать вот в ваших творениях кино до конца, и тоже мне трудно, по всей вероятности, было бы разобраться в вас, так и в моем деле. Что футбол, с одной стороны, он кажется очень простым, а с другой стороны, он сложный.